начать проходить данную замечательную игру. Кэмс Фейлинер. Тремя неделями ранее. Боже, Эрик, сколько можно? Дело во мне. Я так решаю проблему, и мне надоело тебе это объяснять. Да, да, это моя жизнь, и я здесь ставлю условия. Чего? Что ты сказал? Я не вовремя? Охренеть, как не вовремя. Просто ты просила файлы, я принес. Потом. Сказала, потом! Я не хотел тебя расстроить. Это не ты. И да, берем чай, печеньки. Такое чувство, что все мы здесь от чего-то бежим. Я вот точно. Да, тот несчастный случай на КП. Ты убил женщину. Пойми, ты не виноват. Просто у всех есть мнение по этому поводу. Но я справляюсь. Как-то по-своему. Точно. У тебя хватает проблем. А тот, с кем ты сейчас говорила, похоже, мудила высшего класса. Что бы то ни было, ты справишься. Или скажи мне, и я приду на помощь. Ой-ой-ой. Какой романтик. Ага, и в гору скелета бы упал. Ну, нормально. Добрым утром. Джейсон. Глубина 248 футов. Это пипец. Вот почему бы сейчас не зарядить белый фосфор на этих вампиров? Было бы самое то. Не кисни. Я думала, ты мертв. Я думал, ты мертва. Ой-ой-ой. Встретились. Ну, нашли время, капец. Беги. А это кто? Опа, она. Прорвется, бежим! Шевелись! Что он типа может? Может услышать, как они дышат, но не услышать, как пробегают. Нормально.
они же адреналин чувствуют, точняк. Я что-то и забыл. Смотри, давай отсюда. А то раздражаешь уже. Чисто. Не, реально раздражает уже. Заставил поволноваться. Мы пока живы. Не всем так повезло. Главное, что ты цела. И что это было? Может, поговорим? О чем? О нас. Нашли время для разговора. Я хочу понять, что между нами. Если я умру, я хотя бы буду знать, кто я для тебя. Ну, поживем, увидим. Я любила Эрика. Но он мертв. О, Господи. Рэйчел. Ты меня любишь? У солдата есть сердце. Я рада. Ответь мне. Да. Я люблю тебя. Что-то не похоже. Я тебя не отпущу. Ни сейчас. Никогда. Ну, хоть отношения с Рэйчел выросли. Хоть что-то радует. Кто? Это Джейсон. Он жив. Во-во-во-во-во. Джейсон. Так идем. Давай найдем Джейсона. Угу. О, отношения с Ником выросли. А вначале я все отношения только по этого профукал. Охренеть, 3000 фут. Охренеть. Это просто офигеть. А здесь эти противогазы-то не нужны на такой глубине? Я немало херни повидал в жизни, но с этим ничто не сравнится. Вроде нас не преследуют. Ты что, хочешь их подождать или... Захлопни варежку. Идем. Прикольно общается. О, 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 о. Плиточка, плиточка, плиточка. Ага. Не, ну Салима мы по-любому не отдадим. По-любому. Чисто по-любому. Можешь обратно поднимемся. Нужно смотреть. Уйди. Уйди, Салим. Мы тут сможем вернуться? Да, хороший вопрос, когда уже спустили. Когда уже спустились, нормально такие вопросы спрашивать. Вот дневник. Журнал находок 3. Но 29 ноября многие находки подтверждают нашу гипотезу о том, что в храме происходило жертвоприношение. Нам известно, что столетняя засуха поразила Аккадскую империю одновременно с древним царством Египта. Из-за нее многие города Месопотамии были заброшены, а с горной равнины спустились варварские племена гутиев, что привело их к войне с акадскими. В этом храме мы видим свидетельство отчаянной попытки исправить ситуацию, снискав милости богов. Здесь сопутствующие находки: R6, черный оникс, Месопотамия, период 3 династии Ура. Ониксы символизируют отрицательную энергию и
И бесы, возможно, это связано с убеждениями, что землю населяют злые демоны Утулху. Р-19 камень с отверстием местоположения период третьей династии. На камне изображены фигуры, молящиеся во время затмения. Совокупности СР-6. Находка изображает затмение, предрекающая катастрофа. Р-32. Ритуальная табличка Акада. Без указания даты. На этой глиняной табличке изображен религиозный ритуал. Головной убор, жрец в виде быка указывает на принесение в жертву послушников, вероятно, с целью предсказания будущего по их внутренностям. Это говорит о том, что жрецы убивали не одних, только пленных мутиев. Р-37. Глиняная табличка, изображающая сцену битвы по головным уборам акадских воинов, можно предположить, что они сражались с мутиями. А нельзя. Нельзя. Ну и брось каку. Так, ладно, если понятно. Господи, он фиксируется мышь. О, окон. Окон, да? Что это? Кокон? Похоже, они отсюда вылезают. Так, куда мы пройти не можем, не можем. Формальдегидом. Что такое? Каких таких пор ты у нас ученый? В школах США не обучают химии? Не подходи близко. Не подходи близко, окей. Но, господи, мышка заработает. Здесь мы что-то включились. Надо обойти. Дневник. Принадлежит Рэндольфу Ходжсону. Может, узнаем что-то полезное. Он вот не знал. Угу. Нет, да, страниц нету. Черт. Очень интересно. Вот тут что еще со скалами есть? Там что есть? А, это листочки? А что он тут бросал-то? А я бы взял. Я прям не так взял. Мэри Ходжсон. Жена, наверное. Их ждал печальный конец. Обидно. Что? Я не могу так умереть. Не помню, зачем их осматривать так. Порта. Ладно. Ладно. Мне не нравится, что вот когда выходишь, нужно вторую мышку клацать, чтобы мышка заработала. Чтобы было нормально функция. Понимали? Когда храм будет разрушен мышиной, это все, что я могу для нее делать. Я запомню ту Мэри, что улыбается мне. Портретов в моих часах, а не это. Во всем повинна леди Брэдшоу. Она с самого начала знала, что нас здесь ждет. Ага. Она привела нас к ним. Вот сучка. Я нашел ее внизу, над растерзанным телом Ван Хейтена. Ай-яй-яй-яй. Она обернулась, и я увидел, что облик ее изменился. Рука моя непроизвольно потянулась к ближайшему оружию, железному колышку для палатки. Я воткнул его ей в грудь, пронзив сердце. В этот миг из глубин раздались леденящие душу крики, словно в ответ на нежданное кровавое подношение. Ага. Ладно.
Ладно, пугают нас. Ну и хрен с ними. Пойдем дальше. Дальше у нас что? Ладно, дальше у нас по плану перелезть. Ой, прям как девушку за ручку взял. Ох ты. А это уже какие-то внеземные технологии. Что, опять дело с пришельцами связано? Я не пойму. Ой, хо-хо-хо-хо-хо. Ёбушки-воробушки. И что нам будет? Ага. И как нам тут перебираться-то? Что это за место? И что, типа, об этом никто не знал? Наказывает нас всех за совершенные ошибки. У меня никого нет, кроме Зейна. Я посвятил ему жизнь, когда жена ушла. Хотел дать все, чего не было у меня. Отец-одиночка. Это непросто. Да. Но... я очень горжусь своим мальчиком. Он едет в Лондон, в университет. Только б не воровал. Я так по нему скучаю. Твоя совесть чиста, Джейсон? Они вернутся. Неверность. Контрольный пункт. Лучше промолчать. Я слышу твои мысли. Мы ждем, что что-то произойдет. Может, надо не ждать и самим что-то сделать? Что задумал? Мы пойдем внутрь и найдем способ, как убить их. Мне лучше здесь прикрыть его. Эй, что бы там ни было, мы вместе. Мне не нужна помощь. Не сомневаюсь. Видел тебя в деле. Ну, хоть отношения с Алимом выросли на этот раз. Блин, это что такое вообще? Это сооружение-то. Нет, это реально, походу, инопланетная тарелка. Ну блин, инопланетная тарелка. Ну серьезно, люди же не могли такое отгрохать, тем более в то время. Что, Илюша? Это что? О, вампир. Вампир спящий. Я на всякий случай ему проткнул бы сердце. Вдруг что? Потому что он станет активизируется, то это будет хуже.
там что-то светилось? Наверное, оттуда они и вылезают. Похоже. А если нам сюда прийти? Только... Ну не зря, что разрабы все... дорогу назад оставили. Я не думаю, что просто так они могли оставить. Наверняка вот что-то заныкли. Или нам типа сюда и надо. Ладно, давайте там пообшарился. Это что-то дорога до нее. Будь рядом. Они используют отрывание для охоты. Так, то. Паниковать сейчас не стоит. Пока мы сейчас смотримся. Там ничего нету. Как думаешь, глубоко мы? Сложно сказать. Очень. Здесь легко потерять счет времени. Салим, сюда. Значит, все-таки надо было назад пройтись, на всякий случай. Что ты думаешь? Бог не создавал этих тварей. Нет. Возможно, все с самого начала наоборот. И что это значит? Кто сначала их создал? А это кто? Нельзя терять друг друга из виду. Что это такое? Салим, посмотри. Это как музыка. В наших краях я такой музыки не слышал. Может, не музыка? Может, тогда язык? А как его перевернуть-то? Ты ведь... Ладно, перевернуть-то получается. Так, нам типа нужно туда пойтись. Классический случай, ведь поближе пройдемся, смотрим. Пройдемся немножко назад. Поглядим. Кругом этот мох. Или он живой? Когда это кажется, креститься нужно, когда крестишься, больше кажется. Есть такая пословица. Ну, не знаю, ладно. А ну, пойдем чуть быстрее назад пройдем. Может, на сценарике будет быстрее ходить. Одинаково ползает, блин. Почему здесь пробежать нельзя? Ну и жара. Идущий мост. Уже этот мох. Ага. И назад нас не пропускают. Ладно, ну пойдем сюда вперед. Что так он одинаково в принципе идет. Ну локация пипец огромная. Ману, печенье все вокруг. Там мы уже смотрели с принять эту ракушку. Что с ней делать, так и не понял. Страшно, вырубай. Чище прыгай, да? Ой, а это что? Человек. На вампира это не похож. Совсем другое создание. Салим, посмотри. Это одно из существ, но старше. Древнее. Древнее. Ты же не думаешь, что оно живое? Потрогай. Сам трогай. А может, стоит?
твою душу. Чуть не сдох. Спасибо. Не стоило трогать. Конечно, видел. Существо окаменело. Ему должно быть миллионы лет. Не миллионы, это миллиарды. Нет, это миллиарды, это слишком много. А на чем они сидят? Чем они управляли? Почему к ним этот вопрос не пришел в голову, мне интересно. Здесь все тут заросло. В этой трубе может кто-то вылезти. Да, да? Нет, нет, лево, право. Идем направо. Ой, что нас ждет направо, 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 пройдемся. Давайте круг дадим. О, что если здесь? Если уж где-то, понимаю, ученые были. А почему? Подожди, это... А, это тот самый чел. А почему у него тут так половина-то сохранилась? В чем прикол, подожди. Твою ж мать. Посмотри. Зацени броню. Этот парень прямо из Библии. А почему он? У него еще глаз даже. Ты это видел? Он вроде бы живой. Невозможно. В этом месте все возможно. Охуеть! Он все это время был живой, без половины башки. Жидкость. Да ладно, а как? Сохранила его плоть и мозг. Что делать? Нельзя его так бросать. Хер с ним. У него было время привыкнуть. Я серьезно. Нет. Шум привлечет вампиров. А может, не будем его убивать? Я сам. Пришло время. Чё? Извините, что мне кто прочитать? Ну это пипец. Блин, мне сюжет этой игры нравится. Поэтому жалко, что половину персонажей просрал. Блин, какие огромные локации. Классные. Давайте подальше лежат от этих шариков. Так, вниз мы не можем. Туда мы не можем. Можем подходить подняться. А можно ли где эта штука? А. И потом быстро поднялся. А больше подсказок они не хотят оставить. Куда всем людям идти? Салима, сын молодец, если он улетает в Лондон. Это ж четко. Кто хотел бы учиться в Лондоне? Так. Твою душу. Опять на эти корни наступил. А это что такое тогда? У меня почему-то в голове теория насчет типа... Поезжу. Хищник и чужой. Кто смотрел этот фильм? Вот типа к ним эти существа вторглись. И типа с ними они прилетели. Я надеюсь, что из них никто не встанет. Это довольно страшно будет. Такой кусь. Салим. Реально. Кто-то не ходил к стоматологу. Клыков нет. Видишь? На их месте в костях трещины. Будто что-то пробило их изнутри. Чему ты ведешь? Может, они не сразу стали вампирами?
Их могли заразить. А здесь черный ветчан. Здесь у нас тоже коконы. Здесь у нас коконы. Ох, сколько этих коконов здесь. Вот здесь нужно шарахнуть взрывчатку. Салим. Что такое? Похоже, мы нашли гнездо. Ой, ё-моё. И чё, мы сейчас в самый конец попрёмся? Лови подарочек! Во, хоть кто-то додумался. Я прикрою, бегом! Просто хотел выйти обратно. Посмотреть, что там есть. Ой, а это что такое? Черт, Ники! Ты прям сраная кавалерия! Думал, ты мертв. Пока еще нет. Рад видеть, мэм. Держись. Альфа. Наша Альфа. Рад тебя видеть. Это место... Это что за сердце по центру? Нам нужен план. Угандошим твари и свалим нахер. Прекрасно. Сержант Кей, что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю. 8 обоим 5.56, 3 разрывных 40 миллиметров, пара пушек 9 миллиметров с 4 обоймами, уже кое-что. Плюс 2 фосфорных. И один блок взрывчатки С4. Этого явно мало. Еще есть вот это. Он старый, это опасно. А у нас есть выбор? Запалом пизда, но можно его сдетонировать С4. Надеюсь, бахнуть он еще может. Вампиры лезут из этих коконов. Вы видели, сколько их там было? Возможно, тысячи. Подорвем их. Сожжем как можно больше этих ублюдков и отправимся наверх. Что скажешь, Ник? Ура! Гип-гип, ура!
Я не позволю дать ему пушку. Слишком поздно для этого, мэр. Мы сражаемся вместе. Он доверяет. Если аптечка при тебе, самое время подлечиться. Там почти пусто. Хватит только на одного. Наши СМИ многое бы дали за такой кадр. Салим. Похоже, наши археологи... О, а что там по курсу? Салим был ранен. Ник использовал аптечку, чтобы обработать рану Салима. Нормально. Были. Надо обыскать это место перед уходом. Отсюда можно было идти только с одним раненым. Ясно, понятно. Ой, мы за папу уходим. Давайте посмотрим. Ты уверен, что она сработает? Сработает. Нужно было сказать раньше, но... Мне жаль, что Эрик погиб. Спасибо. Это важно. Рэйчел, я просто хочу... Хочу, чтобы ты знала, что не могу тебя потерять. Мы выберемся. Я знаю. Люблю твою уверенность. Так, ой, мелодия. Чем больше я узнаю о музыкальном языке этих созданий, тем крепче задумываюсь о том, как они здесь очутились. Может, прибыли с небес во время динозавров, или их империя охватывает весь земной шар. Когда я нашел, предки еще жили на деревьях. Слушай. Когда наши предки еще жили на деревьях. Теперь они мертвы. Очертаниями. Они немного схожи с нами, но во всем остальном необычно нам чужды. На консоли изображено скопление звезд созвездий Тита, какие мы видим Юго-Земли. Неужели они прибыли из неизвестных далей, пересекли безграничную бездну космоса, чтобы оказаться здесь? Возможно, они надеялись вернуться домой? Кто их изгонял, если они надеялись вернуться домой? Я что-то нашел. Да подожди ты. Табличка. Ага. Почему это видео было? И к чему же мне реально интересно, почему это видео было? Салим что-то нашел. Ну, подождите. Это что такое? Так. Выслеживание жертвы оживляет паразита. Паразит растет, смерть носителя. Паразит получает контроль над телом. Понятно. Понятно. Нам от этого не легче. Видно, что. Они идут. Мы должны встретить их здесь, если успеем. Напоследок надиктую этот дневник на отыщу в развалинах. Он послужит предостережением всем, кто... Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Ага. Грустно. Никто из них не выбрался. Прохладный вечер, ничего.
И здесь еще одна записка. Адрес. Пульман, запрос снаряжения. Кирки 12 штук, веревки. Минимум 300 метров. Фанерный ящик 29 штук. Габариты там. Так, ну интересно, дуговой фонарь 20 штук. Генератор, ломы 4 штуки. Респираторы. Тому, кто найдет. Простите меня, все дело в табличках? Я вывел из строя всю взрывчатку, чтобы не позволить коллегам запечатать этот храм. Леди Брэдшоу, не стой меня сюда. Привела эти существа к ключ неограниченному имуществу, могуществу. Здесь хранятся секреты, которые могут позволить человечеству достичь звезд, возможно, даже обрести бессмертие, защитить эти руины и не, поминайте меня недобрым словом. Я сделал это ради будущего. Ради будущего. Ага. А если эти вампиры всех сожрут, то какое-то там будет будущее. Давайте с ним поболтаем. Как же не хватает дневного света. Света и холодного пива. Рэйчел? Да. Альфа. Я соболезную. Эрик был хорошим. Да, был. Ну ладно, пойдемте поговорим с Салимом. Салим. Это что-то значит? Это не узоры, музыкальная шкала. Ага. Язык аккордов, звуки. Мэри пианистка расшифровала его. Она думала, это обозначает звезды. Видишь? Это кит. Созвездие. Угу. Мы далеко от ночного неба. Загадка. Если верить дневнику, в устройстве была только одна шкала звука. Но Мэри изучала его одна. Может, есть и другая? Мне нужна помощь. Какая? Консоль слишком большая. В одиночку мне с ней не справиться. Что сейчас произойдет? Ну ничего себе. Мэри верила, что эти существа раньше были мирными, и их языком была музыка. Ага. То есть у них были эмоции. Затем произошла трагедия. Вся их империя рухнула. Их музыка затихла, и они стали враждовать. Что случилось? Болезнь или безумие? Что могло превратить зодчих в убийц? Что могло так изменить их? Теперь ими движет ненависть. Они животные, они мертвецы. Они перебили всех. И заснули. И как? В ожидании. Сейчас никто не проснется среди них. В ожидании нас. Кто-то верит в эту херь? Не знаю, но старушка Мэри в одном права. Теперь это ад.
Пошли. Поджарим этих уродов. Серьезно, там столько этих гнезд. Вот это все их коконы. Вы думаете, вам хватит? Ты тоже это видишь? Эти холмы состоят из коконов. Их там тысячи. Если поставим заряд там, все сгорит. Надо двигать. Живо. Так, короче. Нам сегодня досталось. Мы потеряли братьев. А также нашего полковника. Но сейчас пробил час расплаты. Разместим заряды на кучах как можно больше и взорвем их на расстоянии. Как только рванет, сразу валим к выходу. Если повезет... Мы не только поджарим пару вампиров, но и отвлечем их. Если умрем здесь, то хотя бы заберем кое-кого из них. Ну, хоть да. Позитивный настрой. Кто пойдет и заложит динамит? Ты. Да хуй с ним, я пойду. Ёбнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Если что, ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? А если сигнала не будет? Запущу ракету. Как увидишь, нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг. Лопаются коконы. Шевелись давай. А что случилось-то? Первая шашка на месте. Прием. Куда? Вправо, влево? Уж кошечку за яйца. Ага. Вот где он не должен был быть ранен. И раны алкуются.
Вон он идет. Он идет. Твою мать. Братан, тут становится жарко. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Идите вперед, идите вперед. Блин, что нужно-то? Хочу рискнуть. Агрессия выросла. Да хорошо. Это слишком просто. А детонатор-то сработает? О, нет. О, нет. Что там? Их слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Стой! Как это ему поможет? Выхода уже нет. Эй, что видно сверху? Все страдания выросли. Скажи. Они тебя окружили. Их там сотни. Ну ты хотя бы не стал мне врать. Прости, Ники. Да и надо было отступать. И то на контрольном пункте. На войне жизнь. Всякое бывает. Отбой. Сколько их? Заряды на месте. Вот этот вот чертило, там нас видит. А он-то что стоял? Отвечай уже! Давай, друг, отзовись! Прости. Так. Давай, Ник, живи. Ползи, не сиди. Ползи. О. Слышу!
Где ты там? Я в 200 метрах от двери. Курс 3.20. Но я ранен. Не дойду. Опять курс изменен. Держись, сержант. Мы уже идем. А что он такой сильный-то? И все за ним бросились. Нормально. Ты с нами? Ник, подойди. Еще раз. Еще раз. Еще раз надо. Я держу. И что, он встал, спокойно пошел. Салим! Эти заряды, божий дар. Такое чувство, что рушится вообще все. Это Салим! Он жив! Салим, прием! Ты там? Я окружен. Дела хуже некуда. Вампиры. Столько вампиров. Поможем. О чем тут думать? Если вернемся, умрем с ним. Не, его не бросим. Ты что, хочешь помочь козлу, убившему Эрика? Я нет. Он не один из нас. Я иду. Салим один из нас. Морпехи своих не бросают. Слышишь, Салим? Если я не выберусь... Скажи Зейну, папа сделал все, что мог. Сам скажешь. Я иду за тобой. А они что, типа, не пошли, да? Джейсон и Салим сражались, причем к плечу. Нас стали с врагами, так. Джейсон вернулся в город, чтобы спасти Салима. А они что, типа, за ним не пойдут? Джейсон! Я ж нажал! Ты реально в меня этой штукой бросил? Ну да. Пойдем отсюда. Весело ты. А вот как они подниматься-то будут? Мне интересно.
Зряд тебя прокликнул. Я нажал перезарядиться. Паре монстров с тобой не справится. Бля, это было просто охуительно. Эти твари нас облепили. Но мы с Салимом их раскидали, как перед финальным свистком Супербоула. Ты не лучше любого из этих монстров. Но я не желаю тебе зла. Что там они увидели? Идем, лейтенант. И что там? А вот кто там? Черт! А что случилось-то? Давай еще раз, пинай, пинай. Нельзя было ее отпускать. И чего ей мертвой не лежалось? Может, вы уже полезете? Короче, проходя игру, я так и не понял. Типа, эти таблички, типа, как хорошо поступить или как плохо поступить? Эти видения. Где выход-то? Статуя! Угу. Там есть выход! Речи, 0 фут. Да ну нафиг. Да ладно, мы выбрались. А мы выбрались. Как мы только выбрались. Вы в порядке? Ты со мной, друг. Жалко, троих потеряли. У нас 2 живых. И охуенно готовых вернуться домой, морпеха. Ястреб 2-1, Койоту 2. Меня слышно? От вас. Прием.
Импровизируй, адаптируйся, превозмогай! Мы победили! Я уж забыла, как здесь ярко. Салима домой отправьте. Здравствуй, солнце. Как же я тебе рад. Я должен вернуться к сыну. Он, наверное, волнуется. Иди, иди. А чё? Чё, в смысле? Нет. Опять. Подожди, я прикола не понял. Бегом! Быстрее! Все внутрь! Останемся здесь! Погибнем! Укрепить позицию! Забаррикадировать все! Не, мы будем ждать, получается, здесь стратегия ждать. Потому сколько еще до конца вышло. Затмения? Ты мне скажи, я ни хера в этом не шарю. Контакт! Это не тот погреб, где Катейн был. Загоним этих тварей в ад! Тесните их! Нужны патроны! Нужны патроны! Еще гениальные идеи. Белый фосфор. О! А что это? Это все? Ракеты? Где патроны? Похер! Берем, что есть! Угу. Подствольник. Рад был знакомству. Да ладно. Ага. Салим. Джейсон. Нет, я перепутал. Нормально. Жить будем. Да
Давай. Рейчел. Давай, идет. Нормально. Солнце вернулось. Ага. Я так понимаю, что дом догорится. Нас так и не хотят отсюда отпускать. Угу. Мне нужно к сыну. Иди. Чисто фактически вампиры боятся не света, а ультрафиолета, по идее. О. Курс изменен. Опять. 1-4. Вы видите наших? Ну, мог бы сделать на одного меньше. Летим на базу. Могло быть бить 4, а могло бы даже 5. Четверо выживших. Одна свеча погласка. Приступит ли устоять? От них зависело. Неплохо. Часть подопечных пришла к свету, но прочие пали жертвой тьмы. Плата за выживание бывает высока, но иногда платить вынуждены другие. До нашей следующей встречи. Крыт дополнительный материал. Мне следует выбрать для нее более домашнюю историю.
про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. О, что, дополнение будем что-то писать? Чай. Ой, здесь они. О, все, титры пошли. Ты опоздал и плохо выглядишь. И всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Как полет? Фильм говно, еда говно, ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Разведгруппа понесла тяжелые потери. Но могло быть хуже. Просто некоторых пришлось от пола отскребать. Бедняги. А существа? Ничего подобного не видели. Ой, их еще исследуют. Ой, паразит. Колчак Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима. Он стоил 5 таких, как ты. Сэмбер, сука, Фай! А полковник Кинг? А что, блядь, полковник Кинг? Как он погиб? Он привел нас в ад. И сдох в аду. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Не выйдет. Он сбежал. Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл. Уже до границы мог добраться. Вот же хитрый ублюдок. Теперь понятно, что Колчик в нем увидел. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. 1000 коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Это прямо второй Винтерфолд. Ага. Так, тут у нас полковник Эрик Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Эти двое были женаты? С формальной точки зрения. В отчете сказано, Кинга застрелили? Мы на войне. Хоть кто-то нормально умер. Выходит, Целус виноват. Перепутал храм со складом оружия Саддама. Говёная система. Ну не скажи. Для нас это большая находка. Нам повезло. По-твоему, это повезло? Ну, теперь верите? Это Миллер. Он вас допросит. Допросит? Вам стоило бы расставить приоритеты. Эти твари все еще под нами. Вы ими занимаетесь? Мы еще успеем все обсудить, а пока поблагодарите Бога, что вам удалось выбраться живой. Это просто чудо, что вам удалось там выжить. Я научилась полагаться только на себя. Была сильнее всех. Ой-ой-ой, да ладно. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. К этой работе нельзя привыкнуть. А что хочется? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну,
Что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное — контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло. Ой, а вот это надо будет вырезать. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be. An artist. I've left my mark on the world. Have you? Dark Pictures. The Evil in Me. А, Devil in Me. Короче, я английский не знаю. Чай. И не пей чай. Вай. Ну. И всем спасибо. Еще раз за просмотр. До следующего видео.